все светится, а мир святой, большой. Ребенок улыбается с просонок и тянет ручки следом за душой, мечтая вывернуться из пеленок. Ему пока совсем невнятная речь. Он все еще не знает толком, где он. Пытаясь как-то поудобнее лечь, не понимает, что же делать с телом таким чужим. Зачем оно ему, свободному и чистому младенцу? Он верит просто искренне всему, что происходит. Лишь немного тесно, а в остальном спокойно и легко. Куда ни глянь, везде одни игрушки, везде одни игрушки. И Бог Отец спустился с облаков поправить наволочку на подушке.